Сегодня на библейском портале «Экзагет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста послания к римлянам, 1 глава, 26 стих, мы зададимся вопросом. Естественно ли для человека грешить, даже в его человека падшем состояние. Я поясню, в чем суть этого вопроса. Сначала я прочитаю текст. Потому предал их Бог по стыдным страстям, женщины их заменили естественным употреблением противоестественным. По мнению некоторых э, гомосексуалистов, когда Павел говорит против того, что противоестественно в этом тексте, он не утверждает, как бы, что гомосексуальное чувство является нравственно неправильным. Но он, как бы, говорит, но оно противоестественно для гетеросексуалов. И логика их, она приблизительно такая. Для вас, естественно, жить женщинами. И если вы изменяете своему естеству и противоестественно начинаете жить с мужчинами, это неправильно, потому что это не в соответствии с природой. А в нашем случае, ложно говорят они, естественно жить с людьми своего пола мы всегда испытывали это чувство. А если мы естественно заменим противоестественным, попытаемся э, вступить э, в отношения с женщинами, вот это будет как бы несогласие с той э, природой, которую мы имеем. И э, дискуссия идет очень такая напряженная вот как раз э, по поводу такого подхода апостола Павла, они здесь видят для себя как бы некую такую лазейку. Но, когда Библия говорит о том, что такие отношения противоестественные, это относится к биологической стороне вопроса, а не к Социологической. Вот это надо понять. Потому что функционально и биологически мужчина и женщина в своих отношениях, они гармонизируют человеческую жизнь и распространяют ее, чего мы не можем наблюдать в другой ситуации. Ведь такое воспроизведение рода человеческого возможно только в этих естественных отношениях. Поэтому, не вдаваясь как бы, в вопрос о происхождении такого чувства, мы видим, что естественно то, что функционально. И неестественно то, что вопреки природы и совершенно не функционально. Это, во-первых. Во-вторых, саму вот эту ориентацию сексуальную, любую, следует понимать именно с биологической точки зрения. А с чем связана эта потребность, которую Бог вложил не только в людей, но и в животных? А если мы будем оценивать с социологической точки зрения, а кому мешают эти люди там, и так далее? Здесь мы как бы не поймем до конца суть проблемы. В книге ⁇ Бытия ⁇ 2 глава, 24 стих, мы находим такие слова. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть, биологический отец и биологическая мать, только они могут продолжать жизнь. Поэтому ссылка на одну плоть указывает на такие физические отношения, от которых возникает новая жизнь, и она имеет свое продолжение. В-третьих, Послание к римлянам говорится, что поступая извращенно, мужчины на мужчинах, делая срам, тем самым обнаруживают, что такое действие срамное. В-четвертых, То, что они делали, не было естественным с биологической, биологической точки зрения. Это больше относится к эмоциональному, к эмоционально неправильному решению и выходу. Заменили естественное употребление неестественным, противоестественным неестественное – это вопреки предназначению изначального и природе. В-пятых, подобное желание называется постыдными страстями. Это 26 стих этой же главы. Таким образом, Господь осуждает в своем слове подобное падение – Поскольку они противоречат самой природе в целом, и являются вызовом, являются вызовом именно э, библейским представлением о нравственности и морали и в некотором смысле общечеловеческим. Но это не значит, что мы будем там гнобить, преследовать. Мы уже проводили с вами как-то беседу на эту тему. Социальная концепция Русской Православной Церкви настаивает на том, что церковь не отлучает этих людей от врачующих таинств, не отказывает им в общении с другими верующими. Напротив, призывает их проявить бескорыстную дружбу и, может быть, осознать свое вот такое положение, как призыв к абсолютному целомудрию. Им рекомендуется чаще читать Священное Писание, творение Отцов Церкви, чаще приступать к исповеди. Итак, сегодня мы рассмотрели еще один из вопросов, который возникает в связи с чтением первой главы послания к римлянам. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы продолжим наше рассуждение уже по теме, как язычники могут знать праведный суд Божий, о чем говорится в первой главе, 32 стих, послания к римлянам. Подписывайтесь, друзья, на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись. Этим видео.